Так. И не говорите потом, что я алкоголик. Вот сегодня, что у нас? Суббота. Суббота. Выходной завтра. Так, значит, что мы тут купили? Раз в месяц, блин, можно или нет? 40 градусов, правда? Ну вот она маленькая. Сколько тут? 0,25. Коньяк. 300 рубасов чекушка стоит. Охерели совсем. Закуска тут у меня. Курица. Будешь? Вон еще какой-то салат. Буду, наверное. Лечо. Так, минералочки на утро. Что там, пивка он на утро тоже, если башка будет болеть с непривычки. Вот. Так что ни хрена я не алкоголик, граждане. Но иногда надо выпить. Выгнать этот, как его, вирус. Как его зовут-то? Коронавирус. Коронавирус выгнать. Потом тяжелые металлы дышим бы выхлопными газами. Да, и что еще там выгоняют? Ну, короче, все, да. Вирусы, мирусы, шмирусы. Итак, выпьем коньячку, с вашего позволения. Целую, блин, налью, соскучился уже. Все, дальше. Мне не предлагают. А тебе нельзя, ты трезвая дурочка, пьяная вообще. Буйная. Да. Все, граждане, дальше показывать ничего не буду. Ну, я думаю, с чекушки я не напьюсь. А может, даже и всю не выпью. Сейчас, как пойдет. Расскажу потом утром вам. Всем пока. Так, Веста, вот каждый вечер я прихожу с работы, она приходит со мной ужинать. Да, Весточка? Все, косточки она у меня уже все выпросила. Курицу мы съели. Теперь что, яйца она не ест. От коньяка отказалась категорически. Так, у меня там еще есть немножко. Граждане, ну как вы считаете, что вообще пить нельзя? Или все-таки вот так можно? Да можно пить. Пишите, да и ты молчи, у тебя никто не спрашивает. Вот. Вообще, можно дома вот так вот чекушечку взять. Кончаловского. Нормального такого. Ну, не знаю, нормально, ненормально. Кстати, кто там у нас это профессиональный алкоголик, в комментариях напишите, этот коньяк можно пить или нет. Вот. Я однажды тоже бросал пить. Думаю, ну вообще пить нельзя, невозможно. И я начал покупать, короче, Кагор. Я перепробовал весь Кагор. Но вот разницы я не ощутил, потому что у меня нарушен этот... центр, как его называют, центр удовольствия, то есть мне пофигу, что там такой Кагор, что сякой Кагор, главное, чтобы по шарам давал. Вот, так же и здесь. Вот вы мне скажите, это хороший коньяк или плохой? Вот, Веста, короче, у меня отобрала косточки, курочку, теперь свои. Да, теперь свои фигачит, короче, вот попробуй руку к ней потяни, чтобы кусочек взять. Оттяпает по самый локоть. Все, граждане, 9 дней подряд я отработал, все заказы поздавал, все отлично, заработал денег. Вот теперь я нашел отличную работу, то есть, ну, 100 тысяч там у меня будет выходить, смело. Веста, не чавкай. Вот, и теперь перехожу на график 6:1. Вот завтра у меня выходной, и с понедельника, как говорится, начнем. Да, Веста. Все, пошла к себе в комнату. Туда не заходи. Все, всем удачи. Всего хорошего. Ну, прям с непривычки. Последний раз когда это было? Когда мы там на Савеловской, ты меня забирала? Ну, когда стрим это был? Перед 8 марта или после? Какой после 8 марта? После? Конечно. Ну, тут прошло-то хер да ни хера. Ну, короче, по статистике, раз в 2 недели маэстро, короче, ему хочется выпить. Вот. Ну, сегодня тут идти вообще некуда. Темнота. Фонарей нету, как в деревне. Да ладно. Вот, только полаю собак, ты идешь. А что, не так что ли? Конечно, не так. Ну
как не так? Вот так. Ну, я, допустим, не как в Москве. В Москве я бегом бегаю, а здесь я хожу на ощупь. Ну, короче, вот так, граждане. Женщин их не переспоришь, короче. Вот, все. На утро у меня пиво есть, коньячок еще, рюмашка есть. Все нормально. Граждане, вот Галя знает, что я люблю шоколад, и она меня сейчас подмахнула, короче, что нормальные люди не курятиной закусывают коньяк, а шоколадом. И лимончиком. И лимончиком, да. Ну, шоколад я вообще люблю, и с коньяком, и без коньяка. Ну вот, купила она сегодня шоколадку. Вот смотрите, вот я ее не ломал, она вот такая и была. Я у нее просто спросил, где она такую высокую гору нашла, с которой она шмандыкнулась вместе с этой шоколадкой, короче, что она вот так вот превратилась. Я вообще не понимаю. Галя, ну что это такое? Это есть можно? Ну, конечно, можно. Все, люди, если, если завтра видео продолжится, значит, все хорошо. Значит, шоколадка коронавирусом не поражена. Не болеет. Да. Доброе утро, уважаемые подписчики. У нас утро, у кого-то не утро. Вчера не доснимал я видео. Сегодня вот понедельник. Ну, все нормально. Обошлось без приключений. Вот приехал на работу. Такой тут райончик. Ну, правда, я вот выбрал улицу такую, по которой тут задолбаешься идти, все поперерыто. Но зато кратчайший путь. Ну вот, а вообще до райончик такой прикольный, деревенского типа. Прям как будто домой приезжаю в деревню на работу. Настроение отличное, чего и вам желаю. Не болейте. Вот, Москва пустая, пробок нет, автобусы летят как самолеты, добираюсь вовремя, прикольно, метро пустое, вот домик вот видите, горелый, вот интересно, сколько такой участок стоит, ну, тут земля наверное стоит, вообще караул, такие тут коттеджи стоят. Так что с понедельником у вас с началом рабочей недели, кто работает. Ну вот, ну Москва, как всегда, отдыхает. Они начинают в среду работать, москвичи, почему-то такое вот ощущение создается. В понедельник выходишь, никого, во вторник, ну так более-менее. В среду просто атас, пробки. В метро давка, везде давка. То есть люди просыпаются в среду, а как говорится, среда пришла, неделя прошла. Но так оно и есть. Все. В пятницу в обед уже никого не найдешь. Такой здесь поселок. Давайте общаться, задавайте там какие-нибудь вопросы. Вот, общаюсь только с Галинкой со своей. Ну и на работе. Скучновато мне. Скучновато. Трезвый образ жизни. Скажите, пожалуйста, советами, вопросами, как мне раскрутить свой контент, что интересно людям. Вот такое вот маленькое видео о погоде. О погоде пипец. То есть в субботу было плюс 17, сегодня
Ну, показывает плюс один, но по ощущениям минус два, минус три. Вот. Руки. Телефон держу, рука застыла. Капец. Сейчас пару. А, кроватки мои все поздались. Получил денежку очередную. Вот, за неделю заработал 22. Ну и одну кроватку не доделал. Ну, по идее, там 28. Зарплата, то есть, отличная. Это первая неделя. Пока еще ничего не знаю. Не пристрелялся, как говорится. Вот. Но ребята, которые раньше работали, говорят, что можно 100-120 зарабатывать. Поэтому заработку надо держаться. Все вовремя сдавать, без косяков желательно. Вот такая вот улица. Вот на территории обычного дома построили огромный гараж, ангарчик такой. И не выходя из дома, зарабатывают люди бабки. Не платить, ничего не платить. Вообще красотища. Всем удачи. Пишите, пишите что-нибудь. Ну и вот такой напоследочек маленький видосик. Тут что-то после выходных какой-то бардак навели. Вот такая вот кроватка еще. С таким кантиком. Вот. Ну вот, стоит где-то 5-6 тысяч такую обить. Вот я еще одну, которую я вот говорил, почти сделал. Вот. То, что она вот такая морщинистая, это так должно быть, такой дизайн у нее. Я вообще в шоке, как люди заказывают такие мятые кровати. Типа модно. Ничего особенного. Чехол одел. Без какой-то натяжки его обил. Короче. Бракованная кровать считается модной в Москве. Ну вот, переодеваемся. Кофе и вперед. Всем удачи. Спасибо за внимание.